Виктор из Парижа спрашивает, какая разница между из уст в уста и из уст в уши? Уста в уста — это вера, уста в уши — это мудрость, хухма. Тот, кто учит уста в уста, учит веру из слияния с равом. А тот, кто учится из уст в уши, учится мудрости. И тут разница, что важно для ученика. Есть такие, кто приходит, чтобы только учиться мудрости, и остаются умниками. А тот, кто приходит, чтобы научиться вере, то есть как подняться, стараются прийти к учебе из уст в уста. Это тяжелый путь, долгий. Только через много лет начинают понимать, что это такое. Этот принцип, что это такое.